Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам, как правильно пользоваться VUPU Vinci 2. Для начала заменим испаритель. Достаем картридж, вынимаем испаритель и выбрасываем его. Затем берем новый, прокапываем его, то есть капаем в каждое отверстие и в центр. Далее устанавливаем картридж, заправляем его и ждем буквально 5 минут, для того, чтобы после первых затяжек не испортить испаритель. Но я рекомендую сделать еще несколько холостых затяжек. Включается и выключается Vinci при помощи пятикратного нажатия на кнопку Fire. Для того, чтобы выбрать режим активации картриджа, нажмите на кнопку Fire 3 раза. На выбор представлена активация от затяжки, от кнопки и автоматическая. Также есть совмещенная, то есть девайс будет реагировать как на кнопку, так и на затяжку. Для того, чтобы зайти в меню, вам нужно одновременно зажать кнопки плюс и минус. В меню вы можете выбрать режим Smart либо RBA. Также можно изменить положение информативного экрана с вертикального на горизонтальное. Активируются функции зажатием кнопки Fire. Я надеюсь, что данный ролик был полезен для вас. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи в следующих видео.